Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим термоэлектрическую сумку от компании Mystery, моделька MTH29B. Данная сумка рассчитана на объем 29 литров. Сразу видим, что у нас находится термоэлектрическая панель спереди. Подключается это все с помощью вот такого вот провода, прикуривателя 12 вольт. Когда мы подключаем, здесь есть индикатор, светится, что у нас работает охлаждение. Охлаждает данная сумка максимум минус 13 градусов от окружающей среды. При охлаждении мощность составляет 46 Вт. Так, у нас здесь отдельно кармашки также присутствуют для каких-либо мелких вещей. Сзади также находится карман дополнительный, ручки для транспортировки и также основной отсек на 29 литров. Вот такой вот вид имеет. Также есть шлея, с помощью которой можно переносить сумку на плече. Она также по длине регулируется. Так, видим также термоэлектрическую панель внутри. Подготовили мы специально бутылки с водой, чтобы наглядно посмотреть, сколько может влезть в данную сумку. Размеры, кстати, ее составляют 45 сантиметров, ширина, высота 30 сантиметров, глубина 29 сантиметров. Берем бутылки 1,5-литровые и начинаем укладывать. По высоте, ну, в принципе, можно, но не особо удобно будет их ставить. Так, 2 1,5-литровые, 3, 4, также есть 0,75, 2 бутылки. Вот их можно спокойно ставить. И у нас есть еще, в принципе, место для каких-либо еще продуктов. То есть сумка очень вместительная, для большой компании также хорошо подойдет. И закрываем. И мы готовы на пикник. Гарантия на данную сумку составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость данной сумки вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.